понедельник в Самарской области ожидается ясная и малооблачная погода без осадков. Днем 24-28, выше 0, ночью плюс 16, плюс 18 градусов. Ветер северо-западного направления будет дуть со скоростью 4-6 метров в секунду. В Сызрани безоблачное небо, днем плюс 28, ночью 17 градусов тепла, ветер северо-западного направления 6 метров в секунду. В Тольятти ясно, днем плюс 26, ночью плюс 18 градусов, ветер северо-западный 5 метров в секунду. В Самаре ясно и без осадков, днем 27 градусов тепла, ночью плюс 17. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 40%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.